Всем привет, с вами Павел Багрянцев. Продолжается моя утренняя прогулка по Таврическому саду. 6 утра по Питеру, такая красота вокруг. Извините за трясущуюся камеру. И в этом видео я хочу с вами поговорить про отношения, как многие люди делают из него рынок, такой настоящий базар. Что я имею в виду? Когда мы начинаем относиться к нашим отношениям как к какой-то торговой сделке, да? То есть, типа, как предприниматели. У нас же все мечтают стать предпринимателями. Вот и так же к отношениям многие начинают относиться. Что я имею в виду? Ну, сначала мы влюбляемся в девушку, либо в мужчину девушки влюбляется, да? В парня, мальчика, неважно. И вроде бы это все безвозмездно. Знаете, такая история. Я люблю, несмотря ни на что, я готов с тобой все претерпеть, там, жить на хлебе и воде. Вот вначале оно всегда так бывает. Вообще готовы на все, просто на все. Ради любимого человека. А потом, когда проходит какое-то время, когда отношения уже появились, уже люди живут, возможно, несколько лет и так далее, начинаются торговые сделки проводиться дома, такие операции банковские. Ну, например, слушай, давай я помою посуду, а ты там сходишь это сделаешь. Или, ну, раз ты не хочешь это делать, я тогда не буду это делать. Давай ты бросишь курить, а я тогда начну ходить в спортзал. И мы начинаем что-то требовать. Причем, заметьте, что люди требуют чаще от других, нежели от себя. Ну, оправдываем, ну у меня же это, я же устаю, у меня же такая ситуация, ла-ла-ла-ла, бла-бла-бла. Начинается. В общем, отношения становятся рынком каким-то. Более того, они становятся рынком на стадии, когда мы сразу пытаемся потом менять человека. То есть, подождите, мы в человека влюбились, выстроили с ним отношения. Мы знаем его таким, какой он есть, какой он был. Ну, вроде бы, он же таким и остался. Смотрите, какая красота в Таврике. Сейчас тоже мало народу, гуляю. Но он же вроде таким и остался. Но мы почему-то считаем, что когда мы уже долго с человеком, у нас появляется некое право. Нам дали корочку, ксиву такую. Нам дали ксиву на то, чтобы человека менять. Слушай, а давай-ка ты вот это будешь делать. Или давай-ка ты начнешь вот быть таким или сяким, чтоб мне нравилось, чтоб я был от тебя в восторге, или была от тебя в восторге, чтобы нравилось подругам, чтобы ты нормально смотрелся в том обществе, в которое я тебя веду. Конечно, эта ситуация, она проецируется не на все. Бывает, когда женщина или мужчина, ну чаще всего женщина хочет, чтобы мужчина, ну, действительно преобразился, перестал пить пивчагу по вечерам, одно другое. Но мне кажется, скандалом это не решить и какими-то упреками, какими-то ультиматумами это не решается. Ну, потому что если пришалось, тогда все семьи, в которых происходят скандалы или ссоры, они бы жили тогда мирно. А мирно они не живут, значит, не работают. Смотрите, там утята позади меня. Вот такие мелкие. Семья вот тоже. Сейчас говорю про семейные отношения. Вот тоже семья. И вот я уже как 4 года женат. И знаете, сколько раз было много соблазнов начать как-то диктовать, ну, какие-то свои такие условия, да? Не потому, что меня что-то не устраивает. Просто наше сознание так работает. У нас как-то, знаете, какие-то правила появляются. Но, слава богу, я это не начинал делать. То есть мы с женой всегда обсуждаем. У нас диалог вообще. Мы пытаемся понять, от чего такое происходит. И вы знаете, в 99,9%, когда я считал, что я прав, что я могу что-то попросить, на что-то заявить свою ксиву, такую корочку, да, показать жене, когда мы начинали разбирать ситуацию, оказывалось, что не прав я. Причем сначала я даже не мог подумать. И знаете, такая была ловушка для меня самого. Когда я перед тем, как поговорить с женой, я думаю, ну, я 100% прав. То есть, возможно, я даже не знаю, что должно произойти для того, чтобы я сейчас оказался как-то неправ. И вот с такой мыслью я шел, мы разговаривали с женой, разбирали ситуацию, общались. Вот самое главное в семье это общение, друзья, приучайтесь общаться. И оказывалось, блин, все-таки действительно косяк-то за мной. Да, помните, как мистер Фриман говорит, если все люди на букву «Г», и если вокруг везде пахнет «Г», может быть, это ты обкакался? Вот это примерно так и бывает. Извините за такой плохой пример, но мне кажется, что в жизни оно вот как-то так получается, что когда ты начинаешь видеть
какие-то причины того, что тебя не устраивает вокруг себя или в других, то не прав уже ты по умолчанию просто. Вот прими это как формулу, чтобы больше не терзать себя сомнениями, не пытаться там выяснять отношения и трепать другому человеку мозги. Разберитесь с собой, поговорите с человеком, который рядом с вами, и перестаньте играть в эту торговлю, в эти рыночные отношения, и просто побольше общайтесь. Вы не поверите, когда вы хотя бы час в день будете с близким человеком общаться, ваши отношения, они колоссально изменятся, они станут другими, вы начнете понимать друг друга. А если отношения не такие, может быть, радостные или немного приелись, вы уже 10 лет вместе, но, знаете, можно же эту проблему проживать тоже вместе. Я понимаю, что людям неудобно об этом сказать или неудобно это признать. Но счастливый брак, он рождается тогда, даже спустя 10 лет, когда оба человека понимают, что что-то не так, и они не боятся в этом признаться. Они не боятся сказать, что-то не так, давай вместе попробуем что-то поменять. Давай, не знаю, будем преображаться, давай найдем новое занятие, давай что-то новое попробуем, там, чтобы влюбиться друг в друга. И, конечно, мне сложно делать выводы, у меня всего лишь 4 года семейной жизни, но я надеюсь, что, ну, благодаря такому подходу, да, у меня с женой такого не произойдет. И я желаю, чтобы у вас это тоже не происходило. Но также я знаю, что меня смотрят люди, ну, которые смотрят в интернете видео, лазают по блогам, по интернету, может быть, не от лучшей жизни. Кто-то ищет информацию, а кто-то ищет спасение, как бы скоротать время и как бы его не проводить вон там с близким человеком, потому что что-то не так, какие-то контры, или опять нужно очередную торговую сделку проводить, и вы к ней готовитесь. Поэтому, друзья, я желаю вам счастья. Если я найду еще какие-то лайфхаки семейной жизни, которые помогли мне быть счастливым в браке, то я буду с вами обязательно делиться. А, дорогая молодежь, мотайте на ус сразу заранее, когда уже строите отношения, что не превращайте отношения в торговлю. С вами был Павел Багрянцев. Если понравилось это видео, ставьте лайк. Оставляйте ваш комментик, обязательно подписывайтесь на канал. Если вы считаете, что эта информация кому-то может быть интересной и полезной, то обязательно поделитесь этим видео, буду очень признателен.